Животные не знают, что такое самоизоляция. Им всегда нужен уход. В период пандемии коронавируса нарасановский племхоз не сбавляет обороты, ежедневно производя более 50 тонн молока. Всего в хозяйстве больше 6 тысяч. 2500 дойных коров, молодняк, 500 голов от корма быков. В хозяйстве, значит, надоили этот комплекс 1300, всего больше 9000, 9300. Молоко, кефир и даже сыр – полный цикл производства молочных продуктов. В одном из цехов выращивают специальные грибы для кисломолочки. В соседнем появился аппарат для приготовления твердых сыров, и в скором времени ассортимент продукции Нарасанова расширится. Ежедневно у нас поступает 50 тонн молока. Изготавливаем самую свежую продукцию – молоко и кисломолочную продукцию. Такие объемы надоев здесь каждый день. В хозяйстве есть свое родильное отделение, где телятся коровы. Затем телят поселят в импровизированные ясли или профилакторий, чтобы выпаивать молоком. Пройдет положенный срок, и вот уже подросшие коровы готовы к производству. Те же 60 тонн мы постоянно производим. Также самое перерабатываем продукцию. Сев прошел. Сейчас готовимся к уборочной. Сейчас будет уборка кормов. Все идет по плану. И это хорошая новость. Молочная продукция всегда востребована, а жители округа могут быть уверены в местном производстве. Екатерина Тулупова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».